Аниды повсюду. Не стреляй. Это всего лишь олень. Извини, не сражался. Заметил движение и среагировал. Я поступил бы так же. Грузовик был перегружен. Мост не выдержал. Да тут все разваливается только до конца. Будем докладывать? Без толку. Все собираются и готовятся переезжать. Стоп, нужно посмотреть. Есть. Нашего убили. Разделились. Пошли. Обыскать местность. Держу позицию! Стреляю!
там случилось? Мост обрушился. Похоже, придется вывозить оставшийся груз по воздуху. Надеюсь, они хоть что-нибудь там нашли. Мне уже до смерти тут надоело. Терпение. Обсерваторию прошла успешно? Да, Атлас наш. Его доставили на метеостанцию. Куда-то зачем? Не знаю. По рации говорили, что Анна хочет попасть под купол. Может, они сообразили, как его перевести? Не знаю. Но уже приказали сворачиваться. Так что мы вряд ли тут задержимся. Это печать для официальных писем Троицы. Мало кто... Я подам.
Подвеска. Точнее, современный реликварий. Внутри маленькая человеческая кость. Святой... Мы стоим... Я не ум... Мне это начинает надоедать. Подчинись Божьей воле! Если собрался читать проповедь... Фиона! Thank you.
ты ей всецело предан. Я восхищен. Правда. Но у меня кончается терпение. Говори, что знаешь. Живо! Давай! Прошу, прошу, не надо! Не слушай его! Я всего лишь делал то... Всем отрядам, нам приказано ее убить! Лара, я знаю, что тебе нравится читать журналы по археологии, и очень хочу попросить тебя, если встретишь нелестные упоминания обо мне, не обрати. Мы почти на месте. Цель пока не вижу. Жду дальнейших приказов. Удерживать позицию и быть наготове, она опасна. Вас понял. Докладываю, мы заняли позицию. Видим цель. Цель обнаружена. Вокруг враги. Надо посмотреть. Thank you.
последний. Это последний. Надо вернуться к Роне. Только Яков может спасти Иону. Нужно доставить его в обсерваторию. Мне нужно немного передохнуть. Это место. Китиш. Яков. Поразительно. Яков, я иду в город.
Что меня там ждет? Наши не спускались туда уже несколько столетий. С тех пор, как замуровали вход. Но там должно быть безопасно. По крайней мере, пока не минуешь планетарий. Он был частью обсерватории? Да, его построили мои астрономы. До того, как бессмертные погребли старый город подо льдом. Он откроет тебе вход в Китиш. Невероятно. Похоже, нужно потянуть за это. Нужно найти правильное положение. Ah!
Закрыто. Нужно как-то отключить механизм. Тут еще один замок с другой стороны. Народ Якова опередил свое время. Будь внимательнее, Лара. Теперь нужно поднять это наверх. Главное – рассчитать время. Не торопись. Сейчас. Надо лезть. Лара, не торопись. Сейчас. Лара, не торопись.
Теперь нужно поднять это наверх. Главное рассчитать время. Надо лезть. Теперь нужно поднять это наверх. Главное рассчитать время. Лара, не торопись. Приемы стрельбы из лука, разработанные в Византии. Старый город неподалеку. Лара, мы на горе над ледником. Троицу видно? Да,
прорывать лед. Я вхожу в... Старый город. Послушай, Софья, не спеши их атаковать. Мы подождем. До связи. Thank you.
Забери маньяка в руки, и разобьем в руки, а там будет кто-то пенис. Мы приносим сюрприз. Это так не обязательно. Я не вижу тут ни улов. Ладись, мы как раз должны уже сорваться. Я пишу эти строки тем, кто, возможно, отправится по моим следам. Мои раны серьезнее, чем я думал. Мне уже не поправиться. Сегодня я в последний раз попытаюсь сбежать из этой...
Мой хан, ночью случилось странное. Мы разбили лагерь над Китежем и наблюдали, как горожане готовятся к нашему приходу. Они до сих пор уверены, что мы нападем с холмов, так что не ожидают вашего появления с той стороны долины. Но должен вас предупредить. На вершине башни, в сердце города, нас ждет что-то неведомое. Что-то не из этого мира. Мы видели, как туда поднимались сотни солдат в доспехах, а потом с небес ударила молния. Кровь застыла у меня в жилах, когда я услышал этот звук. Словно взвыла целая армия призраков. Потом солдаты спустились с башни. Не знаю, что они там прячут, но вряд ли это драгоценности. Какая странная вещь. Здесь скифские элементы, но... похоже на... Нет, не может быть. Мы заперлись в домах и завалили двери. Всадники приближают. Попробуйте их остановить. В лучшем случае выиграем для тебя время. До встречи на той стороне. Палата душ. Святой источник должен быть там. Похоже, путь в центр города пролегает через эти врата. Я потерпел неудар. Уж не знаю, каким я ожидала увидеть бессмертное существо, но Яков такой человечный. Сколько он, должно быть, повидал за эти годы? Эти знания и опыт. Бессмертные патрулируют улицы. Нельзя попадаться им на глаза. Сигнальные колокола. Нужно вывести их из строя.
Должно быть, я в какой-то... чтобы они разбили врата. Кусок кремния в мешочке. Thank you.
Надо пробить врата. Он поможет нацелить трибюшет. Получилось.
Еще до того, как ты родилась, я чуть не потерял тебя, Лара. Но ты не сдавалась. Ты хотела жить и дышать. Ты сжала кулачки и закричала на всю больницу. Более прекрасного звука я в жизни не слышал. В тот снежный вечер я вернулся. Только разрушений. Бой был отчаянный. Однако большая часть города еще цела. Душ пролегает через эти врата. Надо только найти еще один трепешет. Делала все, что могла. Теперь прячься. Вот еще. Тебе без нас не обойти. Поодиночке мы погибнем, но вместе победим. Иди.
Фреска рассказывает о тех, кто пал в том сражении, и тех, кто умер впоследствии от голода и болезней. Насквозь промокло. Нужно найти что-то пожарче. Надо добраться до вершины башни. Только вот лед на пути мешает. Ха-ха!
Надо как-то его разбить. Попробую применить этот груз. Что-то мешает пройти. Надо как-то очистить путь. Все еще можно повернуть требюшет. Может, так я туда доберусь?
получилось. Пора снести врата. Еще разок. Осада Китти же, наверное, длилась многие месяцы.
Похоже, монгольские войска были полностью погребены подо льдом, так и не дойдя до центра города. Повыше. Нужно чем-то уравновесить стрелу крана. Это уравновесит стрелу. Чуть повыше. Чуть повыше. Чуть повыше. Чуть повыше.
Осада Кити же, наверное, длилась многие месяцы. Вода выливается. Чуть повыше. Thank you.
путь открыт. Thank you.
Женское ожерелье из Балтийского.
Отличный выстрел.
Помогите ей войти в палату душ! Константин! Зофья! Сможешь попасть по нему из трепешета? Попробуешь! Приготовься! Навряд ли тебе удастся по нему попасть! Будем пытаться! Погоди! Перезаряжаем трепешет! Отсюда нам по нему никак не попасть! Знаю. Я подстрелю огненный шар в полете. Готовьтесь, попробуем еще раз! Погоди! Перезаряжаем трепушет! Готово! Ждем твоего сигнала! Получил, сукин сын. Черт! Пришлите отряд, быстро! Уничтожить ее! Thank you.
могилу! Это не твое предназначение. Твоя сестра позволила тебе в это поверить. Я сделал все. Все это. Ради нее. А ну-ка, не смей уходить! Стой! Троица убила твоего отца! Нет, ты лжешь. Он молил о пощаде. Ты того не стоишь! Давай же! Давай! Будь ты проклят! Отдала за него и не собираюсь отдавать его Троице. А как насчет твоего отца? Хочешь, чтобы он навсегда вошел в историю как посмешище? Как ты можешь так сдаться? В одном шаге от цели. Я готова принести такую жертву. Ты не получишь источник. Подумай о миллионах страдающих и умирающих. Мы можем их спасти. Мы можем изменить мир! Вместе! Цена слишком высока, Анна. Нам не суждено жить вечно. Смерть — это часть жизни. Тебе... Дорогая Лара, я часто думаю о том...